Как руководитель образовательной организации, в каждом событии, которое происходит в школе, я стараюсь искать какую-то пользу. Пользу для воспитания, для обучения детей. Со студией «Краски» мы сотрудничаем уже много лет, и фильмы, которые они снимают, они действительно очень полезные, потому что, во-первых, они очень добрые, они настоящие. Сегодня не так много детского кино, о котором можно было бы сказать хорошие слова. Студия «Краски» привлекает детей, которые раскрываются во время съемок. Это их развитие, это их творчество, это формирует в них и нравственные устои, и хорошие моральные качества.